Здравствуйте, в эфире программа «День города», в студии Мария Рудая. Коротко о главных темах выпуска. 300 квадратных метров огня. В Рязани произошел пожар на заводе «Технофлекс». Безопасность превыше всего. Как в регионе соблюдают правила пожарной безопасности после трагедии в Кемерово. Высокая награда. Рязанские спортсмены вернулись с всероссийских соревнований. 21 мая в Рязани произошло возгорание на заводе по производству строительных материалов. По данным регионального управления МЧС, при подъезде к месту пожара возникли трудности. Подробности далее в сюжете. Около 16 часов на пульт пожарной охраны поступил вызов. Загорелся резервуар с битумом на заводе «Технофлекс». К счастью, вовремя сработали системы пожаротушения, поэтому обошлось без пострадавших. Площадь пожара составила примерно 300 квадратных метров. На тушение пожарным понадобилось около полутора часов. Место пожара по автоматическому повышенному номеру вызова было направлено 8 пожарных расчетов. Привлекалось 27 сотрудников государственной противопожарной службы. Локализовать пожар удалось 17:13 и полностью ликвидировать 17:49. Во время пожара отмечается недостаточно качественная работа службы охраны. Так во время прибытия пожарных подразделений прошло затруднение движения на въезде предприятия, что существенно увеличило время прибытия пожарных подразделений. Для того, чтобы возгорание не повторилось, битумохранилище охладили. Мария Рудаем, Олег Парамзин, телекомпания «Город». После трагедии в Кемерове во всех городах прошли масштабные проверки пожарной безопасности. Сегодня в региональной прокуратуре состоялся брифинг. Главной темой обсуждения стали итоги проверки соблюдения правил пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах нашего региона. При проведении проверок объектов с массовым пребыванием граждан было выявлено около 700 нарушений правил пожарной безопасности. Крупные торговые центры Рязани, которые могли закрыть из-за несоблюдения тех или иных требований, продолжат свою работу, так как они устранили имеющиеся нарушения. По инициативе прокуратуры в отношении 232 лиц, в том числе и руководителей предприятий, и ответственных должностных лиц этих центров, торговых, кинотеатров, индивидуальных предпринимателей, были возбуждены административные производства. Административные производства, по результатам рассмотрения которых виновные лица повлекли административную ответственность в виде наложения значительного административного штрафа. На текущий момент проверки продолжаются. Особое внимание сотрудники МЧС обращают на наличие системы извещений людей при пожаре, на наличие и количество средств пожаротушения. Проверяется работа пожарной сигнализации, состояние путей эвакуации, выходов и уровень подготовки персонала. В этой связи по инициативе вице-губернатора Рязанской области Игоря Михайловича Грекова сейчас нами совместно с юридическим управлением правительства разрабатывается распоряжение правительства Рязанской области, где мы постарались в законном порядке, согласуя с прокуратурой, все-таки заставить обучаться охранников всех охранных предприятий. Это новое такое введение, такого пока нет нигде, где бы субъект федерации обязал этому охранные структуры. Охранников в торгово-развлекательных центрах и других объектах с массовым пребыванием граждан обяжут проходить очную форму обучения. На данный момент программа разрабатывается, но уже известно, она будет занимать не менее 72 часов. Я надеюсь, что небольшой курс обучения, обязательного очного обучения, позволит нам минимизировать вот такое состояние дел, когда эвакуация людей осуществляется неуправляемой и отключается сигнализация, ну и другие недостатки, которые мы с вами видим. Охранников планируют обучать в Рязанском учебно-методическом центре. Они получат как теоретические, так и практические знания. Что касается расположения кинотеатров, то те, которые уже есть, проходят нормативы. Но уже сейчас при строительстве крупных объектов кинотеатры будут стараться расположить не выше второго этажа. Олеся Котровская, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Открытость, конкурентность, легитимность. Под таким девизом проходит предварительное голосование партии «Единая Россия». Сейчас продолжаются встречи кандидатов в Рязанскую городскую думу с жителями города и общественниками. Наша съемочная группа побывала на дебатах.
На 12-м избирательном округе зарегистрировались 11 кандидатов. Общее число участников праймериз «Единой России» превысило 200 человек. На этот раз темой дебатов стала городская среда, приоритеты и общественный контроль. Благоустройство дворовых территорий, безопасность детских площадок, создание зеленых зон в черте города, создание комфортной среды для маломобильной категории граждан, усиление общественного контроля и ремонт дорог. Вот лишь некоторые темы, которые обсудили на дебатах. Существует хорошая программа «Городская среда», по поводу чего мы здесь, кстати, и собрались. Есть великолепная подпрограмма «Муниципальные инициативы», в которых я вот участвовал. Ну, в качестве этого можно привести пример, что в ближайшее время будет построен скейт-парк на Московском шоссе. И рядом в районе 55-й школы это будет ледовая площадка, где детишки могут поиграть и в футбол летом, и зимой в хоккей. Я считаю, что эта тема очень актуальна и важна, потому что есть развитие в центре города, а в спальных районах развития особого нет. Вот. Хотелось бы привести некоторые примеры, где мы создавали с молодыми гвардейцами сквер около первой школы. Мы своими руками выгребали оттуда мусор, также сажали цветы и деревья, были разукрашены старые ржавые гаражи с помощью графистов, где сейчас этот сквер пользуется большой популярностью среди молодежи и людей преклонного возраста. Я являюсь руководителем управляющей компании. Наверное, процентов 70 домов наша организация обслуживает на данном округе. И все эти проблемы, то есть люди приходят с проблемами со своими, но не в силу, как директор управляющей компании, решить их. Потому хочется попробовать себя в новом поприще, чтобы совместно с людьми решать те проблемы, которые, наверное, под силу администрации города и депутатов городской думы. Рязанцы активно включились в обсуждение городских проблем и задали кандидатам интересующие вопросы. Напомним, предварительное голосование проходит в 20 городских округах. Само голосование пройдет 3 июня. В Рязани будут открыты 47 счетных избирательных участков. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Сладкое слово «победа». Спортивные успехи достигаются путем долгих тренировок. Рязанские кикбоксеры привезли высокие награды. С 14 по 18 мая в Томске прошел чемпионат и первенство России по кикбоксингу. Наш регион представили 4 спортсмена, трое из которых заняли призовые места. Подробнее об успехах нашей сборной расскажет Ирина Ковалева. Рязанская областная федерация по кикбоксингу, в которой на сегодняшний день тренируется несколько сотен спортсменов, начала свою работу в 2007 году. Можно сказать, что она была вновь воссоздана теми, кто увлекался этим видом спорта и выступал на соревнованиях еще в 90-х. Среди них сегодняшний президент федерации, заслуженный тренер России Алексей Земсков. Именно его воспитанники привезли 3 медали с прошедшего в Томске чемпионата и первенства России по кикбоксингу. Бронзовую медаль среди юношей завоевал Иван Пиксаев. Владислав Власенко – обладатель серебряной медали. Он только перешел из юниоров в категорию взрослых. На чемпионате он провел 5 боев, 4 из которых выиграл, тем самым показав отличный результат. У меня, конечно, положительные впечатления, потому что соперники были все тяжелые. И, естественно, это огромный опыт. Опыт и также куча эмоций, что у таких серьезных соперников могу выигрывать, их побеждать и двигаться дальше. И это определенный стимул, чтобы развиваться, расти и дальше тренироваться. А вот Павел Авдалян стал чемпионом России, что, по словам тренера, довольно сложно. Народу очень много, и Россию выиграть вот именно во взрослой весовой категории – это очень сложно. Я знаю, что, допустим, попав в сборную, на мире и конкуренция тоже большая, то есть, ну, иногда спортсмен будет легче, чем, например, на России. Павел Авдалян к этому званию шел долго. В спорте он уже 12 лет. Будучи юниором, Павел не раз становился победителем первенства России, а также выигрывал первенство Европы и мира. Однако во взрослой категории это его первая абсолютная победа. И сегодня он обладатель не только золотой медали, но и пояса чемпиона России по кикбоксингу. Рецепт его побед прост. Хорошенько заниматься, вот. Уделять себя полностью в тренировках. Вот, ну и, соответственно, выполнять указания тренера. Теперь Павлу предстоит подготовка к чемпионату Европы, где он в составе сборной представит нашу страну. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».
«Романтика странствий». В музее путешественников открылась выставка, посвященная десятилетию Рязанской полярной экспедиции. На ее открытии присутствовали те, кто 10 лет назад отправился покорять Северный полюс. Наши земляки установили там флаг Рязанской области и даже сыграли партию в теннис. Эти фотографии были сделаны 10 лет назад. Именно тогда состоялась первая рязанская экспедиция на Северный полюс, о которой сегодня в музее путешественников вспоминают ее участники и рассказывают о ней школьникам и студентам. В апреле 2008 года шестеро рязанцев за 18 дней преодолели более 200 километров пути по дрейфующим льдинам Северного Ледовитого океана. И 17 апреля водрузили флаг Рязанской области на самой северной вершине планеты. Группу возглавил герой России, почетный полярник Михаил Малахов. Экспедиция была посвящена 230-летию Рязанской области и столетию со дня зарождения российского тенниса. В честь этого события участники экспедиции первыми в истории сыграли в теннис в одной из самых труднодоступных точек земного шара. Игра продолжалась по всем правилам 2 часа 50 минут. Сегодня Михаил Малахов вспоминает, как это было. Готовились, все предусмотрели. Когда пришли на полюс, все забыли реальные размеры площадки. Нам же надо было ее разметить, ее надо было как-то это подготовить. Ну, нам пришлось сделать несколько телефонных звонков, очень дорогостоящих, по спутнику и телефону в разные места, чтобы уточнить, потому что сведения вдруг стали поступать разные. Однако главной целью экспедиции стал далеко не теннисный матч. На Северном полюсе участники сделали фотографии с видными рязанскими путешественниками 18, 19 и 20 столетия, которые когда-то мечтали побывать на Северном полюсе. Тем самым они заявили о начале программы по географическому наследию России и Рязанской области как предмету нашей национальной гордости. 10 лет назад мы совершили такую экспедицию, а впоследствии последовали экспедиции как раз по следам наших первопроходцев, знаменитых россиян и, в первую очередь, рязанцев, в различных географических зонах Земли. Мы были на Аляске, были на Алеутских островах, на Гавайях, на Шпицбергене, и это только начало. О том, чем запомнилось и какое значение приобрела экспедиция, ее участники рассказали школьникам и студентам, присутствующим на открытии выставки. Ребята смогли задать полярникам интересующие их вопросы, посмотреть фильм об экспедиции и фотографии, а также увидеть здесь личные вещи участников экспедиции. Среди них та самая ракетка и мячи, которыми рязанцы сыграли первый матч на Северном полюсе. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Экологическое воспитание молодежи через игру и мастер-классы. В Рязани прошла эко-мастерская. Организаторами выступили представители детского эколого-биологического центра. Подробности далее в сюжете. Увидеть в центре города козу, козленка, крыс, морских и сухопутных черепах. В детском эколого-биологическом центре такое стало возможным. Общение с животными стало лишь одной из составляющих эко-мастерской. Главным героем экологической мастерской стал вот такой чудесный козленок Мартин. Он совсем молодой, ему всего лишь несколько месяцев, он родился в марте. И у детей, и у взрослых появилась возможность с ним пообщаться. Главная цель эко-мастерской – вывести экологическое воспитание подрастающего поколения на новый уровень. В рамках мероприятия прошла акция по сбору макулатуры. Участие в ней приняли школьники из 13 муниципалитетов. Собрано более 50 тысяч килограммов макулатуры, что позволит спасти почти 520 деревьев. Еще одна важная мысль, которая прошла лейтмотивом через всю эко-мастерскую – это вторичная переработка сырья. Этот проект был рассчитан на то, чтобы привлечь внимание обучающихся к проблемам переработки отходов. Потому что сейчас, как вы видите, во дворах все больше появляется и в деревнях очень красивых дизайнерских решений из бытовых отходов. И обычным пластиковым бутылкам можно дать вторую жизнь, и они будут украшать участок. Вторую жизнь могут обрести различные обрезки ткани, различные какие-то обрывки бумаги, спилы деревьев, которые уже там, да, непригодные по своему прямому назначению. Их можно вообще оформить как красивые арт-объекты. Ну и сейчас очень модно заниматься садовым дизайном. Очень многих людей есть дачи, приусадебные участки. И как раз вот различные пластиковые бутылки и другие объекты, которые можно использовать вторично, находят там какое-то креативное применение. Различные интерактивные площадки позволили ребятам смастерить что-то своими руками, вылепить фигурки из глины, сделать рисунок, приобщиться к резьбе по дереву и росписи на березовых спилах. Мастер-классы стали примером того, как забытые вещи обретают новую жизнь. Например, вот такие куклы, сделанные из лоскутков и обрезков. Это одна из моих любимых кукол. Мы назвали ее Аришей. Куклы все это делаются очень достаточно просто.
В основе головы лежат два картонных круга, на которых накладывается синтепон, подтягивается трикотажем. Потом эти две части сшиваются и оформляется прическа. Ну, а платьице мы шьем по одной выкройке, только разное оформление. Сами мальчишки и девчонки после мастер-классов бежали порезвиться на весенней траве и посетить живой уголок. У меня в руках была одна черепаха. Она очень милая. Она мне понравилась, наверное, больше всего из животных. Ну, еще мне понравились крысы. И козлик Мартин. Понравилось больше всего морская свинка. Потому что у меня нравятся животные, такие, которые пушистые. Я видел черепашку, морскую свинку. Интересно здесь довольно-таки вот мастер-классы. Будем участвовать. В рамках экофестиваля прошло подведение итогов сразу нескольких конкурсов. «Зеркало природы», «Экобум» и «Эколята. Молодые защитники природы». Стоит отметить, что лучшие работы конкурса «Зеркало природы» будут размещены в парке реабилитации «Доступная природа» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Мария Руда, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». Сегодня православные верующие отметили праздник, посвященный одному из самых почитаемых святых на Руси – Николаю Чудотворцу. Его называют скорым помощником и заступником. Как рязанцы встретили этот праздник – далее в сюжете. Николай – мир ликийских чудотворец, настолько почитаем в народе, что день его памяти совершают два раза в год. 22 мая в народе называют Никола Весенний. Сегодня дата принесения мощей святителя Николая, значит, из мира ликийских, город Бари, который сейчас находится в Италии. Это перенесение было промыслительным, поскольку Ликийская область была захвачена в свое время Турцией. Вот, и чтобы спасти от поругания мощи, вот Господь вот так вот промыслил перенести, значит, то есть снаряжена была экспедиция из города Бари для того, чтобы перенести мощи святителя Николая. Именно туда ежегодно приезжает множество паломников для того, чтобы поклониться святому Николаю. Примечательно, что его почитают не только верующие христиане, но и представители других конфессий. Историческое предание доносит до наших дней те чудеса, которые святитель совершал при жизни. Будучи глубоко верующим человеком, святой обладал удивительным талантом. Его молитвы были по-настоящему искренним обращением к Богу. И потому он никогда не оставлял их без ответа. Верующие уверенно слышат святитель Николай их и сейчас. Святой угодник Божий, вот помощник наш, заступник, ходатай о всех наших делах. В болезнях особенно помогает очень. Ну и во всех таких делах житейских. Всем живы и здоровы, это уже чудесно. Мы молимся об этом. В трудные минуты всегда Николай Святитель, обращаюсь к нему, как всегда помогает. Второй праздник, посвященный Николаю Чудотворцу, отмечают 19 декабря. Мария Рудая, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.тв и в социальных сетях. А я на этом с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. До встречи в эфире телекомпании «Город». Мама спит, она устала, в пробках 2 часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас, заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. В 15 минутах езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из 4 прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте караси62.ру. Природа ближе, чем вы думаете. Коттеджный поселок Дубровка. Всего 10 минут от города. Телефон 52 53 54.